Опять эти древогрызы. Третий рейс. Длинный опять из компании 3AT. Причем этот еще и срочный в Англию. Там, конечно, будет очень стрёмно перестраиваться на самом деле на другой режим. Ну что ж, поехали тут до Бельгии, в Бельгию проехать, потом во Францию, здесь на паром, и все. Ничего сложного. Автопогрузчик 11. Где? Опять там? О, блин, опять автопогрузчики. И стоять даже здесь же. Это было стрёмно, но идеально прямо вырулил. Камера немного неудобно, не привык. Каждый раз неудобная. Каждый раз привыкаю. Так, маршрут пролегает через Амстердам, да. Занятно. Кстати говоря, изначально маршрут был другой. Но навигатор построил маршрут более оптимальный. Все на переправу. Ну, не знаю, дешевле бы это получилось или нет. Хрен его знает. В
Плаймонте, я никогда не был и в Эдинбурге, кстати говоря. В общем, много где я не был. Че, я уже успел расколбасить колеса, что ли? Странно. Тачка-то новая, а что-то уже подбито. Кстати, здесь лимит-то уже не 90, давным-давно, а 80.
Магнус. Вы сами понимаете, ты смотрел в убежище. Опа! Будильник. Перестроиться надо все-таки налево, левее.
Да что? А, тут путешок. Довольно дорого обходится. Вот засранец, который меня оштрафовал. Может, пусть он кирпичей отложит? О, как почесал, отложил. А, не, ограничения просто сняли. Из того ряда повернул. Ну, хотя бы вообще повернул, и то хорошо. Посмотрим. Стоп. Как я смотрюсь? Довольно оранжево. Меня пропускают? Уже нет. Досмотрелся. Эй! Не зависать. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну ты уж определись, пропускаешь ты или нет. Есть ли кто? Вроде нет. Березки. На бампере не очень комфортно ехать. Как-то я совсем плохо. Что ж вы такие вежливые-то, а? Ну куда ты? Вот ну ты чё, а? Ух.
Проезжай. Еще один джипчик. Давай, 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 давай. А вот копа не пропустим. Так, становимся в очередь. Идеально. Ну, почти. Тут, в принципе, вот сюда вот мы наближаемся. Куда я? В Карлисон, да? А, тут, в принципе, на Тину, так сказать, и больше никуда. Один маршрут и 1000 евро еще минус. Очень громко. Угу. Да. Дождь, слякоть, морозяка. Ну, до Карлисла 3 часа. Нормально. Чё, погнали. По факту, конечно, нужно было бы отдохнуть, но я как бы отдыхаю в реале, поэтому не буду отдыхать в виртуале. Почему-то после парома всегда разряжается магистралька. Вот тут видно, что низкое давление. Но нужно завестись и снять с паркинга, наверное. И вот этот восклицательный знак красный должен уйти, прежде чем он будет идти. На самом деле стартануть даже не получится. Если передачу включить... А, нет, получится. Ну... Так, нужно не забыть, что мы едем по левой стороне. И не забыть включить фары. И как такие прожектора хорошие. Это не надо, конечно. Слишком. Во, вот вроде начинает заряжаться труба. Дворники. Потому что дождь. 5 мили, это примерно 60 получается, 50. Ну, тут можно идти из-под 40, потому что непривычно по этой стороне идти, поэтому я особо разгоняться тоже не хочу. Вот так потихоньку. Пойдем. Ну, может, не 3 часа, да, а 4 часа, ну, подумаешь. До отдыха, тем более, что 10 часов, это полный день. Так спокойненько, хорошо, 40 километров в час, идем. Опа, и тут кругляш. Все, кто успел, тот и съел. Я пошел. Так, кстати, Карлисл через Ньюкасл. Ну, по сути дела, Карлисл, он и есть Карлисл. В принципе, можно вот так вот, оно было бы, наверное, короче. 2 часа 1 минута, если вот так ехать. Нет, так, конечно, не короче. Какая-то жесть. Тут развязочка какая-то... А, ну да. Ну ладно, в любом случае немного сереньких мест это самое поубавлю.
Погнали дальше. А, нет, круиз-контроль не включается, слабовато. Километров в час. Так, никого. А вот этот должен уступить. Цепанул слегка. Можно идти, да, но тут дело вот в чем. Непривычно, поэтому пойду как минимум 7, ну максимум 70. Ой, как я вот это не люблю. Терпеть не могу этот. Так, мне тапочек куда-то делся. Ага. Я же не заднюю включил, надеюсь. Нет, у меня еще. Какая передача-то у меня? Пятая. Сейчас зацеплюсь жопой. Зацепился, да? Да. Конечно же, зацепился жопой. Но в этот раз не так критично. Ага, а то в прошлый раз пол яхты отпилил. Бэтбойник. Ограничение 97. На 10 меньше. А, там мне на 10 меньше нет необходимости, потому что мне там где-то съезжать. Или съезжать. Ну, в любом случае, вот так. Впрочем, зачем мне поворотник? И так понятно, что отсюда никуда больше не свернешь. Хотя я бы мог. Кому? Ну, только не цепляйся жопой. Зацепился жопой. Ой.
так здесь узенько. Вообще-то груз срочный. Ехать осталось час, остаток 3 часа, ну, в принципе. Тут развязки самые сложные, а так, я думаю, я уже комфортно себя чувствую и слева, и справа. Слева, наверное, даже комфортней на праворульной тачке. Хотя... Да, долго я по Англии катался, поэтому привык. Все нормально. Где-то здесь у меня глухмерен. Ой. Довольно сложненько. Ой. Да, вот где-то здесь он у меня и заглох на горочке. Ой. Ой, ёлки, как болтает. Ё-моё. Он глухнуть начал после того, как я его на бок положил. На одной из развязок на английских что-то как не вписался тоже. И бдыщ вместе с фурой полежать. Движку кирдык. Че ты притормаживал? Приебнуться хотел? Ой. Я вот что хочу попробовать. Так, слегка посмотреть температуру. Так, максимальная температура за сегодня 82. Ну, в салоне был. Вот. Ты в настройках геймплея камер. Это понятно, да? Выравнивание краткосеру, показ может всегда кратчайший. Вот здесь вот можно по региональным ставить, но не суть. Я там оптимальный, кратчайший. Сужать парковки, вероятность осадков, часовые пояса вот тоже нужно включить как-нибудь. Так, скринталочка, интенсивность. Так, мне нужна камера. Это вот жесть. Это все автоматическое выключено. Вот это вот включено, так, эмуляция включена, реалистичная модель, ретардер, адаптивный круиз-контроль. Ну, что такое адаптивный круиз-контроль, хер знает. Камера, амплитуда, да, раскачивание. Освеженное поворотников. Амплитуда.
Блин, раскачивание, амплитуда раскачивания может увеличить, скажем, вот до 75%, чтобы было как в City Car Driving, более так, ну, раскачивающееся. Ну, вообще, посмотрим, что будет. Я это занижал в свое время, помню, потому что было очень как-то страшно. Так, а где у нас там поворотик-то? Вот уж простите, я вот так сделаю и посвечу дальним светом. Ибо не видно ни черта вообще. Сейчас. 50 это получается 80 разгон, да? Угу. Только, наверное, не надо мне 80 здесь, потому что 70 нормально. Ага, почти прибыл. Вон Карлсон направо, так сказать. Стоп! А если я сейчас возьму и поверну направо, мне же не придется вон там ехать. Правильно? Опа! Смотрите. Сброс маршрута 22 минуты, а потом хоба! 8 минут сразу. Не совсем оптимально, конечно, строится этот маршрут, но надо проверять за навигатором. Ух ты, ёва! Вот этот трафик тут 48 километров в час городской, но она почти 50 норма. Может 40 меньше пойти. Дворники достали. Так, там светофор. Светофор загорелся, значит, раз. Слушайте, а что-то я не пойму, а куда мне? Как-то я не понял, стоп. А что тут... понял. Понял. Вон туда, ага, понял. Так, поехали же уже. Надо где-то в Амстердаме взять, что ли. Так, кругляшочек. Притормозим. Там никого. Хорошо. В этом случае могло быть хуже. Поворачивает. Неужели Трамери? Трамери, да, но у них тут хотя бы может нет, у Трамери всегда очень жопистый узенький заезд. Блин, вы сейчас за встречку штрафану. Так, тихо, хоть раз заехать сюда без царапин. О том, чтобы припарковаться, это вообще просто мечта. Опа! Ну-ка, может, получится? Куда ставить-то? О, он туда. Надо же, надо просто это самое. А вот когда движуха оживленная, так хрен сделаешь. Нужно как-то самостоятельно перекрывать часть дороги, чтобы они поняли, что туда ехать нельзя. Но они припираются прямо в
вплотную тоже. Как-то, блин, не круто. Ну давай. Опа, все, запарковался сам. Фух. Ну, криво, конечно, да. Хорошо. Новый левел. Так, надо посмотреть, сколько мне осталось, так сказать, до отдыха. 8 часов. Ну, можно какой-нибудь еще 8-часовой рейс сделать из Карлисла. Например, вот в Эдинбург есть что-нибудь? Ну, в Люксембург нет, но это не 8 часов, это до хрена долго. А можно вот сюда вот так, потом вот так вот вжик? По идее. Брюссель тоже довольно далеко, через всю Англию. Лондон... Нет, на самом деле хочется какой-то город, в котором я не был. А то я тут везде был. О, Плаймонт. Как раз 8 часов 12 минут. Я думаю, то, что надо. Сливы. Сливы. Слили. Поеду. Но уже не на запись. Всем пока.